И к новостям спорта. На протяжении двух дней с 6 по 7 декабря в Актобе проходила спартакиада среди членов городского филиала партии «Нур-Отан». В ней участвовало 7 команд по двум подгруппам. Спартакиада проходила по нескольким видам спорта. Тоғызқұмалақ, шахматы, волейбол, армрестлинг. Финальные игры и награждения лучших из лучших прошли в субботу в областной детско-юношеской спортивной школе номер 2. Победители в индивидуальном зачете были поощрены медалями, дипломами и денежными сертификатами. А самые сильные команды – дипломами и кубками. Нур-Отанские игры проводятся, это второй раз у нас. Это традиционно каждый год будем проводить. Во-первых, это послание президента, пропаганда здорового образа жизни среди партийцев. Мы призываем всех наших партийцев, нашего города активно принимать в жизни спортивные мероприятия и во всех многих мероприятиях, которые проводятся по линии филиала партии «Нур-Отан» города Актобе.